Маш, каково оно быть в коралловом клубе? Ой, это так прекрасно, это замечательно, это великолепно, это просто космос. Четыре слова. Когда ты была на сцене, ты чувствовала себя в своем теле, в своем месте, в своей компании? Да, на самом деле чувствовала, открылся какой-то портал, и я вообще слилась с толпой и кайфанула максимально. Что ты можешь сказать всем людям, которые увидели тебя впервые и увидят тебя впервые? Извините, что я немножко не такая, как вы, но у меня такие же цели, как у вас, сделать этот мир добрым, светлым, чистым и здоровым. Спасибо. С нами была Маша Лисовая. И Лисовая Тим за ее спиной.